Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в полдень 9 ноября около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Гора Гёль-Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Армянские военнослужащие пытались закрепиться на этой позиции. В результате проведенной азербайджанскими подразделениями войсковой операции 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение. Все их действия были ограничены. Утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения. После преднамеренной провокации к оказавшимся в окружении армянским военнослужащим прибыли заместитель командующего 102-й военной базы России в Гюмри Александр Горин и представители командования российских миротворческих сил в Карабахе. Высокопоставленные российские военные прибыли в Лачинский район на границу с Арменией для обеспечения коридора с целью выхода армянских военнослужащих из окружения. Учитывая суровую холодную погоду, руководство Минобороны Азербайджана обеспечило размещенный на новых боевых позициях личный состав необходимым провиантом, в то время как армянские военнослужащие остались без продуктов питания. Исходя из гуманных побуждений, азербайджанская сторона обеспечила попавших в окружение армянских солдат хлебом и водой. После вмешательства и просьбы российской стороны, азербайджанские войсковые части открыли гуманитарный коридор армянским военнослужащим, которые вернулись на свои исходные позиции. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.